Участие в мероприятии приняли глава Минкомсвязи России и губернатор Краснодарского края. Константин Носков заявил, что в 2021 году в стране не должно остаться социально значимых объектов без высокоскоростного интернета. Представителей отрасли поприветствовал и Вениамин Кондратьев. Он отметил, что без современных IT-решений невозможно дальнейшее построение эффективной экономики. В Краснодарском крае уже есть успешные примеры внедрения цифровых систем в предоставление госуслуг в жилищно-коммунальном хозяйстве, медицине и агропромышленном комплексе. Вы люди профессиональные, а я пытался что-нибудь такое тоже сказать. Но на самом деле, я думаю, что вас ничем не удивить. И в терминологии, и в подходах. Как бы мы ни говорили и не подбирали умных слов, все, что мы сегодня будем обсуждать, вы будете обсуждать. Цифровая экономика, она, конечно, в первую очередь должна влиять на качественную жизнь людей, жителей. Для меня это принципиально, потому что нет смысла-то ничего говорить, если не будет качественного улучшения жизнедеятельности человека. Для меня это принципиально важно, жителя края. Поэтому, конечно, мы в первую очередь стремимся к чему? Чтобы информатизация способствовала, по крайней мере, сокращению сроков получения госуслуг, максимальному сохранению ресурсов. На Кубани уже сейчас высокоскоростным интернетом охвачено 70% жителей, а к 2024 году возможность подключения к мировой паутине будет у всех кубанцев, как в крупных городах, так и отдаленных хуторах.